Всех приветствую на канале Black Canadian Wolf. Наблюдаем картину Братиша и Луйки. Луйка — это у нас Валент. Примерно 20% волчьей крови по гентесту. И Братиш — это у нас якутский серый волк. Был достат с логова в свое время. Вот подсадил я Луйку, так как Акела что-то... У нас канадский волк не захотел. Видите, подставляется она, готова уже. Братишу по барабану. Ноль реакции. Посмотрите на него. Самка рослая, примерно 70 в холке. У нее там, если плюс-минус, там 67-68 в холке. Это очень крупная особь. Ну, а братиша размер вы сами видите, он... Чуть ли не в два раза больше ее. На ногах, конечно, Луя очень высокая. Статная. Она очень сильная. Очень сильно тянет, когда ее на поводке ведешь. Если будет лед, будешь скользить, и она будет тебя тянуть так, как будто это какая-то ездовая собака. Если здесь все получится, щенки будут... крупными, мощными, в волчьем типе. Скорее всего, если у Луйки и Братиша все получится, посмотрите, как заигрывает. Мальчик и девочка должны для селекционной работы остаться в парке волков. Потому что у нас селекция идет на увеличение ростовых показателей, а Братиш, кто его видел вживую, говорили, что первый раз такого мощного, крупного волка именно серого видят. Он действительно очень крупный, мощный, хорошо одет. Вот опять у них нежности. Они, вот видите, Луйка инициатор на самом деле. Опять хоп, подставляется. Братиш, нет, подожди немного. Видите, там Балта и Оскар суетятся в самом, на заднем плане. Вот, видите, Братиш пытается, пробует. Они тоже хотят там играться, бегать, прыгать, заигрывать. Но Братиш похантит. Поэтому, смотрите на его бошку. Какой он огромный. Как они общаются. Волчий язык. Вы посмотрите, что творится. Следующий день, 17 число, можете посмотреть внимательно. 16 еще были ухаживания. На следующий день, 17 числа, утром в 10:18 фиксирована вязка Валенда Луи и... якутского волка Братиша. Супер вязка тоже, мега вязка. Кстати, в телеграм-канале в Luxury Wolf будет ссылка в описании. Первые об этом узнали. У нас есть чат, 350 рублей в месяц пожертвования на парк, на животных. И всю информацию узнают первые. На самом деле я был не совсем уверен, что Братиш повяжет, но больше шансов было, чем у Акелы, потому что с Акелой они прям очень сильно конфликтовали. Здесь с Братишом у них сразу такая как бы заигрывание, что с одной стороны, что с другой стороны. Когда только выпустили Луйку, он за ней по пятам пару часов точно не отходил. Потом я заметил, что Луйка огрызалась, значит, была не готова еще. Огрызалась, когда он пробовал делать садки. Вот, ну видите, свершилось спустя пару дней. Луйка подпустила, и Братиш повязал нашу Луечку. Большая перспектива породы Воланд. Вообще она не планировалась вязаться, планировалась вязаться тайга. Видите, как могут события перевернуться в другую сторону.
Как жестко сейчас, братиш. Посмотрите, начал за хребет кусать. Вот так, кстати, очень много лаек и волки перекусывали привязки. Когда вот на ночь оставляют, видите, оцепились. На ночь оставляют и на утро приходят, пол собаки нет. Такие случаи были зафиксированы неоднократно. Дорогие друзья, здесь они решили поэкспериментировать. Забрались на логово. Посмотрите, какая здесь высота. Это уже следующий день. Также утро, 11.42, 18 число. Тоже фиксация вязки. Это вот дубль вязка, так называемая. Стоят они в замке. Это очень, на самом деле, опасно. Но, я так понял, у братиша и луйки опасность — это второе имя. Мне жена сказала, она видела такие моменты, что луйка забиралась на крышу этого здания, ну, здания логова, и звала вот так братиша к себе. Так что это затейник луйка этого всего. Дорогие друзья, у кого есть желание, еще раз повторюсь, поддержать парк северных волков, селекционную работу по валлендам, вы можете перейти в телеграм-канал, ссылка под видео будет в описании. Вы можете перейти, пожертвовать 350 рублей, и будет у вас подписка на месяц. У вас будет уникальная возможность ежедневно видеть те новости, которых нету нигде. Поэтому все вопросы можно будет задать в комментарии. Кому что непонятно, пишите в комментарии, буду отвечать. И так как спустя с последними событиями выходят новости, что будут даже наказывать, кто сидит в Ютубе у нас здесь, что будут его конкретно закрывать, чтобы нас не потерять все-таки наш канал, прошу перейти в основной телеграм-канал, который у нас есть, BCW, Black Canadian Wolf. И буду всем рад. Спасибо за подписку. Это просто суицид. Вы посмотрите, что делает луйка. Это что такое было вообще? Братиша ж захромал. Давайте посмотрим повтор. Начинает спрыгивать. Братиш сильно ударяется спиной, лапами, головой. Мне кажется, луя его просто хотела убить.